Друзья, всем привет! Сегодня я на Туреччине, снял номер, у меня утром рейс, лечу дальше. Вот, хочу вам показать номер. Отель называется Рамада, by Wyndham. Вот, почему я его выбрал, потому что ну, в Сочи тоже у нас строится Рамада. Мне было интересно, как выглядит отель здесь. Находится он... Golden Horn, это золотой мыс, залив Золотой Горн. Я пойду сейчас смотреть его. Первый раз в Стамбуле, поэтому очень все прикольно. Давно не был в таком виде за границу, поэтому вдвойне прикольно. Так, ну смотрите, номер примерно 16-18 метров. Значит, обошелся он... 1100 лир, это тысяч, наверное, 6 рублей. Так, ну, окна мне не понравились. Открываются они не очень удобно. Прям даже открыть что-то не могу. Так, короче, шумно. Окно выходит на улицу, окна выходят на улицу в сторону моря. Но море из-за деревьев не видно. Этаж не очень высокий. По удобству. Вот. Мягкие. Мягкий матрасик. Соответственно, высплюсь. Подушки обычные. Состаренные зеркала, как видите. Сначала ощущение, знаете, что это. Заехал какое-то в старье. Какой-то отель. На самом деле о, спа есть. Тут есть спа, да. Но я, к сожалению, на спа не успею. Теперь по наполнению есть мини-барчик. Давайте посмотрим, что в мини-барчике. Всякие прикольные бутылочки. Надо, кстати, что-нибудь накатить, наверное. Вот. Так, теперь из бесплатных. Кофе, сахар. Вот это очень прикольно, смотрите. То есть наполнение очень хорошее. Даже чипсики есть. Водичка. Шкафы. Сейф. Пакет, смотрите. О, пакет. Пакетик. Пакетик, кстати, надо взять. Модный. А, все, я понял. Это пакетик для стирки. Так, это что такое? Это. О, прям интересно, что это такое. Кайф. Это знаете, что такое? Это нитки с иголки. Дочери подаю. Она любит всякие маленькие штучки. Очень прикольная штучка. Так, что еще? Что еще? Да, это, кстати, удобная вещь с собой в поездке брать. В последнее время приходится много путешествовать. Вот. Слушайте, удобные шкафы, я вам скажу. А, тут счетчик, электросчетчик. Ладно, со шкафами разобрались. Давайте теперь проэкспериментируем санузел. Фирменные тапочки. Розеточки, любимое зеркало, хотя болтается. Наборчики все необходимые. Все фирменное, рамадинское. Так, полотенца в наличии. В принципе, достаточно удобный, наверное, санузел. Вот. Ну, да, вот это косяк. По чистоте, ну, я, друзья, не скажу, что прям... Мы же не инспектируем досконально номер, как и что. Можно посмотреть просто, какого года. Смотрите, почему я выбрал этот отель. Важно, прилетая в Стамбул... Я прям изучил. Город огромный. Тут заморока с
Три аэропорта, друзья. И исходя из того аэропорта, куда вы летите дальше, надо, соответственно, выбирать отель. Вот. На этот отель была акция. Он там стоил в районе что-то 60 евро на тот момент, когда я его бронировал. И до него получилось, что я доехал всего за 25 минут. Вот. Скорее всего, злостные таксисты содрали с меня лишнего. Но 20 баксов вроде как бы и немного. И, соответственно, тут хорошая улочка, я посмотрел, есть где прогуляться, что я, собственно, сейчас и сделаю. Вот, пока все нравится, и, друзья, я понял, надо лучше учить английский. Я плохо говорю, неплохо понимаю. Я понимаю, что говорят, прошу, чтобы они говорили помедленнее, но, тем не менее, понимаю, пробелы в образовании надо исправлять. Все, друзья, всем хорошего дня. Отель однозначно хороший. Ну, в Стамбуле полно отелей. Но если буду еще, буду освещать дальше. Если вам нравится, как я рассказываю, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Потому что, видите, отели я освещаю только те, которые мне действительно заходят. А этот прям прикольный. Ой, еще пойду сниму, что тут еще есть. Все, пока-пока.